Всем привет! Продолжаем гулять по моему городу, Петербургу. Садовая улица, дом 18. Доходный дом, Российская национальная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Я пользуюсь сайтом сети Волс теми данными, которые я нашел на этом сайте. Данных не очень много, но то, что есть. Итак, Садовая, 18. Архитекторы Новицкий Антон Юлианович. Год постройки 1874. Это одно из зданий, которое занимает Российская национальная библиотека. В этом доме жили с 1926 по 30 литературовед, переводчик Константин Николаевич Державин. С 1925 по 1931 филолог, историк Николай Севастьянович Державин. В 1908 году здесь жил архитектор Польницкий. С 1921 по 1928 философ, филолог Радлов Эрнест Леопольдович. С 1923 по 1930 библиограф, историк литературы Владимир Иванович Саитов. В 1922 году здесь находилось общество марксистов. Располагался ломбард. Здесь жила в квартире номер 11 Машкова Мария Васильевна. С 1909 по 1997 год историк библиографии, сотрудник публичной библиотеки с 1939 по 1979. Во время войны зав. Отделом комплектования библиотеки Салтыкова-Щедрина. Подруга Ольги Бергольц имела медаль за оборону Ленинграда. Эти данные из блокадного дневника 1942-1944 года Ленинграда. Вот такая небольшая информация, все, что можно было найти по дому номер 18 на Садовой улице. Пользовался я сайтом City Walls, дом 18 Садовая, доходный дом Российская национальная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Путешествуем по городу, что-то новое узнаем. До свидания.